Жители Сургутского района могут заработать на дарах природы. В Сытомино открыли первый в муниципалитете пункт приема дикоросов. Приемщик взвешивает продукцию и оценивает ее качество. Так грибы должны быть свежими, здоровыми, крепкими, целыми и чистыми. За килограмм белого гриба можно получить 150 рублей. Сушеный оценивается в 1800. Компания производит протертую ягоду, сушеные грибы, кедровые орехи и жмых, козинаки из орехов и меда, кедровое масло. А также веленую оленину и оленью колбасу, конфеты, грильяж с добавлением орехов.